Турецкий актер Бурак Ощивит и румынская певица Инна снялись в рекламном ролике шампуня Клея. Они зашли в студию и записали песню, которую спели дуэтом специально для этого рекламного ролика. Инна и Бурак Ощивит спели песню на турецком языке. Заранее стоит предугадать, что эта песня станет популярной и станет обсуждаемой. Рекламный ролик выйдет на экраны телевидения в конце мая. Как поговаривают, Бурак Ощивит получил за участие в рекламе Клея 1 миллион долларов. И без сомнения, что мировая звезда Инна заработала за участие в 3 раза больше. До этого Бурак Ощивит пел песни лишь со своей женой Фахриев Джен. Они сняли клип для фильма «Любовь похожа на тебя».